Всем привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные маринованные помидоры с чесноком. На вид эта замечательная закрутка выглядит так, будто томаты засыпало снегом. Вкусно и красиво! Для приготовления нам понадобятся помидоры, чеснок, 9% уксус, соль, сахар и вода. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Первым делом ставим кипятить воду. А сами берем банки и наполняем их помидорами. Банки я не стерилизовала, просто хорошо помыла и все. Большие помидорчики выкладываем вниз, а те, которые поменьше, будут сверху. Сильно плотно укладывать не надо, вот как они ложатся сами по себе, так пусть и будут. Помидоры я уже расклала по баночкам. У меня было 1 800 г помидоров небольших. Вот получилось ровно 3 литровые баночки. Теперь берем крутой кипяток и заливаем наши помидорчики. Наливаем постепенно, каждую баночку понемногу, чтобы банки прогревались и не лопнули. Водички наливаем доверху, а затем накрываем банки крышками. Крышки я предварительно залила тоже кипятком, они постояли минут 5 так. Теперь даем помидорчикам пропариться минут 20. А сами в это время натираем на мелкой терке чеснок. Такую вот терочку миленькую берем. Чеснок желательно крупные зубчики брать, тогда будет легче натирать. Вот такая чесночная стружка у нас получилась. Теперь сразу разделяем чесночок на 3 равные части, поскольку у нас 3 баночки. Поделю сейчас на 3 порции. Чеснока надо брать из расчета на 1 кг помидоров 100 грамм чеснока. Ну, вот так примерно одинаковые такие у нас получились 3 кучки. Прошло 20 минут. Сливаем воду из помидоров. Такая вот крышечка у меня есть специальная. Очень удобно сливать через дырочки. И сливаем воду в какую-нибудь мерную емкость. Если такой емкости нету специальной, можно замерить пол-литровой баночкой, например. Мерить можно всем чем угодно. Но померить обязательно надо. Поскольку маринад мы будем делать из расчета на 1 литр воды. Баночки прикрываем опять крышками и смотрим, сколько у нас воды получилось. У меня почти 1,5 литра из 3 баночек получилось. Доливаю еще немножко кипяченой воды, чтобы было ровно 1,5 литра. Воду мы замерили. Берем кастрюлю и переливаем туда водичку. Добавляем соль. На каждый литр надо 2 столовых ложки соли с небольшой горкой. Поскольку здесь у нас 1,5 литра, значит добавляем 3 ложки. Соль каменная, без всяких добавок. Вот так, 3 ложки. Теперь сахар. На литр воды надо 4 ложки, значит здесь будем сыпать 6 ложек. Перемешиваем и отправляем на огонь, пусть закипит. Тем временем раскладываем тертый чеснок по баночкам.
и снова накрываем крышками. Как только маринад закипит, вливаем в него уксус. Даем закипеть и сразу выключаем. Маринад готов. Берем и сразу горячим заливаем наши помидоры. Маринад наливаем до самого верха, прямо под крышку. Накрываем, а затем закатываем ключом. Вот такая красота у нас получилась. Помидоры будто бы в снегу. Закатанные баночки переворачиваем вверх дном. Накрываем одеялом и оставляем так до полного остывания. Вот и все. Очень вкусные маринованные помидоры в снегу на зиму готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.